Также в Костанайскую область рабочим визитом прибыла министр здравоохранения Ажар Гиният. Министр рассказал о развитии данной сферы в стране в целом, так и в нашем регионе в частности. Позже Ажар Гиният ответила на ряд вопросов жителей области. Какие направления больше всего интересовали граждан? Подробнее. В Костанайской области работает более 400 пунктов по оказанию первичной медицинской помощи. В поселках и городах открываются фельдшерские пункты, ремонтируются сельские амбулатории, где устанавливают новое оборудование. Министр здравоохранения отмечает хорошо поставленную в этом направлении работу. В Костанайской области работает 468 объектов ПМСП. От всех организаций ПМСП республики составляет 8%. В прошлом году Министерство здравоохранения проводило инвентаризацию медицинских объектов страны. И вот в вашей области, во всех населенных пунктах были медицинские объекты. Да, они были приспособлены к зданию, но были. По стране более 200 населенных пунктов, которые не имели общемедицинских пунктов, и по поручению главы государства для кардинального пересмотра подхода к организации ПМСП был принят план мероприятий по улучшению доступности ПМСП в сторону большой мобильности и доступности. Люди из зала активно задают вопросы министру. Костанайцев интересует многое. Строительство новых больниц, стоимость лекарственных препаратов и развитие здравоохранения в регионе. На все вопросы Ажар Гиният дает полные ответы. Планируется строительство много лечебно-профилактических учреждений. Скажите, пожалуйста, а при строительстве не ставился вопрос выделения отделений или клиник для лечения мужчин? Поясняю почему. К сожалению, мужчины из-за стеснения не обращаются в общую сеть, особенно и проживающие в сельской местности. Заболевания запущены, и живут они у нас почти на 10 лет меньше, чем женщины. Поэтому, я думаю, этот вопрос нужно поднимать, и нужно обязательно открывать клиники или отделения для клиники мужского здоровья. Я в своем докладе рассказывала, что на уровне ПМСП открываются отдельные кабинеты мужского здоровья. Представляла вам лучшие практики, которые имеют особенно на селе, вот как раз Меркинские районы, поликлиника Жамбылской области, то, что в Алматинской области открывается, в Карагандинской области имеются поликлиники. И там работу есть такие кабинеты, и ПМСП имеет открывать. Сейчас мы делаем правила оказания ПМСП, наш 7-й приказ, дополнение изменений. И уже будет это обязательным, чтобы эти кабинеты были. Развитие системы здравоохранения в области идет активными темпами. Оснащение больниц современным оборудованием и подготовка квалифицированных медицинских кадров дает свои результаты. Дмитрий Муштар, Руслан Шабаев, телеканал Костанай. Спасибо за внимание.